Всем привет, снова я, Z-Animation. И сегодня я хочу посвятить эту историю школьным, в раздел школьным. И, короче, анимации не будет, только это изображение, все видео. Короче, утро начинается так. Встаю я такой, солнышко светит в окно. Встаю с кровати, наступаю в кошачью блевотину. Ну, думаю, ладно, это еще мелочи. Одеваюсь. Думаю, ничего не забыл. Выхожу в подъезд. И понимаю, что это было литературное чтение. Захожу в дом. Забираю литературное чтение. Иду назад. В подъезд. Спускаюсь с лестницы. Выхожу, а там бац и дождь. Когда я подошел почти к школе, началось самое ужасное. Оказалось, то, что я одел брюки школьные наизнанку. Пришлось идти до дома, и все. Я пришел в школу в 12:30, хотя надо было в 11:10. Учительница сразу такая: дневник на стол. Я кладу, думаю, так, замечание. А тут бац, контрольная 2, еще одна контрольная 2. И понимаю то, что я влип, меня оставят на второй год. Прихожу домой, весь усталый, это было жестко. Домашки задали очень много. Когда учу домашку, моя тетрадь падает в эту самую кошачью блевотину. Было не очень хорошо. Поднимаю тетрадь, приходится все это дело переписывать. Потом еще понимаю, что когда придет мама, мне она меня побьет. Да, точно, это сюда подходит. И вот я понимаю, что я попал. Вырываю страницу из дневника, да, ту самую. Я перезаполняю, что там было. Ну, в принципе, так и заканчивается мой день. Всем удачи и всем